И вот за новогодним столом, конечно же, наши женщины готовят национальные, наше главное блюдо – это бешбармак. Вот. И традиционно мы любим запекать гуся или утку. Вот. И здесь, в Армении, я тоже это делаю, продолжаю делать. Вот. Но меня всегда радует, когда я вижу традиционные армянские столы, потому что я, говорю, очень интересуюсь всегда, как это происходит. А ваша семья в этом году как будет отмечать Новый год, в Армении или поедете в Казахстан? Мы будем отмечать в Армении, да. Находясь в загранкомандировках, мы всегда отмечаем Новый год в стране пребывания. И это будет уже наш 4-й Новый год. Мы проводим его в кругу семьи, с детьми. Но в отличие, наверное, что нас отличает, что мы отмечаем его по всем часовым поясам. Даже находясь в Казахстане, у нас западные города, они идут на час раньше от нашей столицы. И вот мы отмечаем по всем, то есть как происходит у нас в Казахстане, потом в Российскую, потому что мы в Москве долго жили, потом мы пьем за Ереван. В общем, мы весь вечер отмечаем Новый год.